Отлично, Анимонис. Кому-то нужна наша помощь. Ничего хорошего, Катионик. Мы им поможем, как бы не пришлось помогать нам. Помогать нам, космическим спасателям? Вспомни, как нас чуть не съели на Церепицере. Ну, съесть не съели, но как покусали. И это шарик не для тебя. Тебе, шарик, надо собачью еду. Кость, вот такую. Может, хочешь газировки? Пей, мне не жалко. И ты, учись. Петя, пожалуйста, садись за уроки. Мам, мне надо выгулять шарика. Сначала уроки, потом можете идти. Эх, опять эта математика. Б2 ранен. Б3 убит. А7 убит. Все, шарик, ты опять проиграл. Сегодня, шарик, я буду тренировать твою прыгучесть. Шарик, опор! Катионик, прошу тебя, поворачивай домой. Ты предлагаешь сдаться? Я предлагаю бросить жребий. Согласен, на счет три. Раз, два, три. Не переживай, Анимонис, у тебя еще будут шансы отыграться. Шарик, последняя попытка. Сосредоточься. Опор! Ну, Шарик, ну! Окружающая среда не агрессивна, дышать можно. Я уже это понял. Вызывали? Простите, мы не хотели. Древний язык. Попробуй универсальный манипулятор речи. Друг, сигнал посылали? Сигнал? СОС, по-вашему. Попробуем по-другому. Ну вот, самый настоящий сигнал СОС. Я тебе такой сигнал покажу. Вот это да. Ты у меня такой снос получишь. Ну это и есть самый настоящий сигнал. Да это он его посылал, вот так. Еще и дразнишься? Спасибо, извините, нам пора, до скорых встреч. Стойте! Эй, зовут вас как? Оставь их, не нравятся они мне. Я Катионик, он Анимонис. А они что? Можно просто Оник и Онис. А я Петя, а это Шарик. Пусть этот отойдет. И не подумаю. Кажется, теперь помощь нужна нам. А какая? Как это у вас называется? Капитальный ремонт. Главное, отремонтировать межгалактический определитель расстояния. Так вы, пришельцы из космоса? Прикольно! Мы можем рассчитывать на вашу помощь. Можете. У меня дома настоящая мастерская. Только чтобы мама вас не заметила.
Не надо было их тащить домой. Пусть бы они в своей тарелке спали. Так ты что, и раньше меня понимал? Понимал, только сказать ничего не мог. Эй, как вы там? Кажется, пришельцев укачало. Это на них наш воздух так действует. Им срочно надо домой. Сначала надо починить звездолет. Я сейчас. И эту железяку они называют звездолетом. Оник, этот биологический субъект слишком негативен. Предлагаю его нейтрализовать. Успокойся, старик. Вот, угощайтесь на здоровье. Лекарства! Мимо. Витамины. Опять мимо. Пусть первым попробует этот шарик. Я? Мороженое? Размечтались. Ладно, рискну я. Тебе, Унис, это не понравится. Если хочешь, я могу съесть твою долю. Пожалуй, я тоже приму участие в этом эксперименте. Эксперимент удался. О, быстро прячьтесь, это мама. Если она вас увидит, возможны неприятности. Вот молодец, уроки сделал. Осталась ботаника, мамочка. А с шариком погулял? Еще как. Ладно, доделывай уроки, скоро ужин. Петя, давай быстрее чинить эту железяку. Нет, Шарик, сегодня мы чинить ее не будем. Почему? Мы вообще ее чинить не будем. Но... Шарик, ты не понимаешь, ко мне прилетели настоящие пришельцы. И если они улетят, мне никто не поверит. И что с того? Завтра я пойду с ними в школу. Вот все удивятся, будут просить с ними поиграть, завидовать мне, потому что ни у кого таких друзей нету, и это круче любых игрушек. А как же я, друг? Может, пора заняться делом? Конечно, только принесу инструменты. Вот, это самый надежный инструмент. С каждой секунды проблем становится все больше. Ладно, выбирать не приходится. Готово! Топливо, умник, у нас вытекло топливо. Вот и хорошо! Завтра мы обязательно заправим ваш звездолет самым лучшим топливом. Кстати, какое вам больше подходит? Глюкозагазоводообразное. Есть такое? Такого сейчас точно нет. Но завтра... Петя, ужинать и шарика зови с собой. Не скучайте, мы быстро. Ты знаешь, Унис, а я бы тут завис дней на 10. Еще чего, мне одного дня хватило. Да ты просто шарика боишься. Я? А ты? А вот и я. Друзья, надо ложиться спать. Завтра утром мы все идем в школу. Я не пойду. Как хочешь, Шарик. Собак все видели, а пришельцев никто. Thank you.
нужна наша помощь? Не кому-то, а Шарику, звездолет! Шарика может спасти только чудо. А что это? Пылесос, но он нам не поможет. Поможет! Шарик, тебя это не спасет! Какая древняя модель звездолета! Серьезно! Первая модель братьев Дурайт! Одноместный вариант! Придется Шарика спасать мне одному! Нет, Оник, помочь Шарику мой долг! Не выпендривайся, Онис! Вы опять что-нибудь не поделите! Предлагаю бросить жребий! Согласен! На счет три! Раз, два, три! Не переживай, Оник, у тебя еще все впереди! Это он из-за меня улетел. Кто, Онис? Просто твоя железяка одноместная. Нет, это я про Шарика. Друзей не предают. Онис! Шарик, я... Шарик, я твой друг. А я твой. Где ты нашел топливо, Шарик? В холодильнике. Все, больше не влезай. А может, останетесь еще на недельку-другую? Я бы остался. Ну, не знаю. Жребий! На счет три. А твоя мама из-за пылесоса нас ругать не будет? Моя мама? Да мы его вмиг починим! У меня кроме молотка еще 100 отверток имеется! Ладно, тогда на пару дней я согласен.